как в женском романе. И разбудил ее шум дождя. Время без 15:06. Проснулась от дождя. От шума. Что ж такое-то? Они почему-то сообщают о том, что гроза и дождь потом, когда они пройдут. Ну, там мы хотели на Беляус съездить сегодня. Нет, я еще пойду поваляюсь. Что делать-то, дождик льет. Доделала я Оксаночке. Украшение сделала нужную ей длину. Симпатично получилось. Я вот думаю, надо мне один сатуарчик вот так переделать. Мне кажется, будет интересно. Опять дождик, опять гремит. Время 9:00. Ребята мои спят. А что делать-то? Он опять вот идет. Теперь с той стороны. Ну вот, погода вроде разгулялась. И мы едем на Беляус. А пока хочу поздравить всех мурманчан и вообще людей, которые имеют отношение к рыбацкому делу. С днем рыбака, товарищи! Ох, я даже представляю сегодня мурманский. Шашлыки. Везде, где есть вода, везде люди. На сопках народ с кострами. Только мурманчане, ну и вообще северяне, умеют радоваться каждому теплому дню. А если он еще и с праздником совпадает, о, красота. Так что с днем рыбака. Везде едут машины к морю, но сегодня воскресенье, и тут движуха. Я помню, мы с Алинкой зимой ездили сюда. Так ни одной машины не встретишь зимой, никого вообще. Вон, смотрите, все заставлено машинами. Вы туда, Алин, дальше? Июль наступил, а чего? Народ-то в основном-то едет в июле. Нифига тут дача. Так вот. Мусор. Ну, хорошо складывают мусор-то, а не раскидывают вокруг. О, смотри, это уже не было. Ну, вот сейчас в этом году построили. Ну, магазин-то. Сезона. Вроде недавно были с Костей-то, господи, сколько дней назад. Сейчас посмотрим, что там внутри. Тут что-то много. Давай подальше немножко. Убирают, убирают. Ну, не каждый день, понятно, но убирают. Да, конечно.
Везде, конечно. Вон, видишь, как хорошо сидят. Аса лец можно. Просто жесть какая. Тут раньше же никого не было. Ни души. Вот так вот. Я говорю, мы были несколько дней назад, такого не было. Да? Ну хочешь, вон, пробегись, посмотри, там вон вся красота. Там вообще жесть, еще хлещ. Куда бежать-то? Тут куда не беги, как народ, как в городе. С Костей приезжали. Никого не было. Теперь мой народ. Весь Беляус в машинах, в палатках. И только подъезжают и подъезжают еще. Я уже своих потеряла, вон они. Смотрю, больше загорают, чем купаются. Для меня ледяная. Тепленькая. Не, ну если постоишь, может и будет тепленькая. Боже, коровки. Полно. Полно. Это я сварщик. Или от коронавируса. Или от солнышка. Солнышка-то нету. Боня решила, что она не пойдет в воду. Ну его нафиг, сказала Боня. Вода холодная. Девчонки заплывают, хоть бы что. Народу много. Кукуруза, всякое дело продают. Самсу. Хорошо лежат. Полина все ходит, никак не решится в воду зайти. Вот так вот, дикий пляж. Много божьих коровок. Не съест. Отец закапывает детей. Утомили. Сейчас звонила Саша. Они с отцом поехали к Алинке. Потом Костя. На стройку дома. Я ее попросила снять, что там у Тани цветет и растет. Посмотрим.
Я маленькие ракушечки собираю, вот такие вот. Их вечно дефицит. Нашла место себе в тенечке. Пыхтуха лежит. Солнышко выходит, начинает прям шпарить. Валерия не хочет быть грязной. Отнесите меня, родители. А родители кто чем заняты? И стоит ребенок. Завершилось. Плывет. Скажи, какой дурак в холодную воду лезет? Ну, сейчас полегчает. Мокрые. Ветер все сильнее и сильнее. Но вроде туч нету. Какой-то корабль появился на горизонте. Нет, нет, ей не нравится. Тяжело. Сколько народу живет. Номеров-то много. Очень. Лер, отстань. Она сидит там прохладно, хорошо. Подсолнухи, вот сорт, что ли, такой. Они коротенькие, невысокие. А уже цветут. Кормовой, да. С этой стороны. Давай. Ну, еще приедет. Какую? Она в этой сумке. Давай, пока. 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 Поехали. Пока! Пока! Ай, хорошие они у меня. Только мои ребята уехали, только я посуду перемыла, да со стола убрала, да еще не все убрала. Саша звонит. Вот, сейчас покажу, как я с ней разговаривала. Вот, Саша сидит на участке у Кости. Хорошо, говорит, круто. Комары жрут. А сколько градусов в Мурманске?
Ну, не жарко, да? 17. Ну, уже нет. На солнце, наверное, было 20. Ясненько. Вот сказала, что поснимала. Ну, ты мне отправь тогда, что ты поснимала-то там. Не слышу тебя. Я нас снимаю и смонтирую все сама тебе потом. А, ну ладно. А мне сейчас бы хотелось посмотреть, чего там. Ну, хорошо у них там, хорошо? Да, конечно, хорошо. Ну, ладно. Ладно. Давай, ладно. Давай, целую вас всех, давай, пока. Пока-пока. Пока. Ну, у меня вот что получается. Будет двухъярусное кашпо. Ну что, сейчас вот это белье сниму, другое повешу, и надо поливать. Вот одну грядочку полила. Надо все полить. Завтра вроде дождя не обещают. Ну, уже не знаю. Сегодня тоже ходила-ходила туча вокруг. И ветер такой сильный. Может, еще что и надует. Вон. Целый день ветрище такой. Смотрите, розочки маленькие, желтенькие, зацветают. Я тут пообрезала, потому что эти уже вон выше розочек. А тут, посмотрите, мои дорогие. Оля, прелесть-то расцвела. Ой, сейчас зацветут. Ой, сейчас будет прям великолепие. Я все поражаюсь. Надо же, вот спилили сливу, и тут стало светло. И вы посмотрите. Эти хризантемы, они вечно... Чуть-чуть их вот был вот тут, вот в этом уголке, вот немножко. А тут все поперло. Все, свет им есть, воды тут достаточно, потому что тут вода сливается из раковины. Отсюда вот с летней кухни. Вот. И тут красота. И вон что творится. Вечно этот угол был какой-то пустой. Ничего тут особо не росло. Огурчики. Конечно, они у меня поздние. Я их посадила поздно. Но все равно. Приятно. Ну. Ну не красота ли, а? Он сегодня розы обрезала. Надо все собирать теперь. Ну, красотища. Смотрите, в прошлом году же один же был ствол, а в этом году вон сколько, 3 штуки. И вон там еще лист. Ой, сейчас как зацветут по очереди. Вот, розочки красовенные. Ну, цветут пока розочки, если те кусты я уже все пообрезала. Тут цветут еще. Вот эти мне очень нравятся. Кактусы, к сожалению, все. Ну, ладно, отдыхайте. А, ну, хотя сейчас плоды будут. Комары, все, началось. Кровушку пьют. Ой, и тут тоже расцветают. Ой, лапочки. Ну, раз сегодня расцветают, значит, завтра еще больше будет. Разрослись просто. Вот азизифус, так вот, видите? Вот сейчас плоды пойдут. А это моя гордость. Вы посмотрите, как цветет-то.
Ну, опадают, конечно. Не каждый год так опадают. Ну, а там уже вон есть. Вон уже гранатики. Ой. Ну, чудо ведь, а? Не знаю, для меня это чудо. Я никогда раньше в жизни не видела, как цветут гранаты. А теперь вот Бог дал любоваться каждый год вот такой-то красотой. Еще много будут расцветать. Прелесть ведь, правда? Вот на этом кусту еще много бутончиков. На этом тоже есть. Но мне как-то не нравится вот эти, вот этот куст, не знаю. Он как-то вечно растет вверх, как сумасшедший. Все хорошо. Надо идти одевать штаны и кофту, иначе сожрут. А мне же еще с вами на закате надо попрощаться. Пойду одеваться. Ой, слушайте, только выходило было, прям солнце яркое, а уже вон за облачко садится. Ну надо же. Чуть не проморгала. Ой. Как я сегодня устала. Вы не представляете. Вот у меня сейчас закрываются глаза. Просто вот сейчас пойду и лягу. Ну и фиг с ним, что проснусь сейчас ночи. Ну не могу. Я так устала. Мы приехали с моря. Я говорю, пошла помылась. И меня просто развезло. И я вот в таком вот состоянии весь вечер. Не знаю, то ли вот от жары, может быть. Да хотя, собственно, такое ветрище было там. Не сказать, что жара, и солнце-то редко выходило. Так все больше в дымке. Прям, не знаю, так устала. Что просто ничего не хочется. Ни есть, ни пить, ни делать ничего. Вот. Так что пойду сейчас и лягу. Чего я вам желаю? Ой, сколько же машин. Просто вот. Мурманских сколько машин. О, какие дачи целые ездят. Мы сегодня только вот пока ездили на Беляус, три машины видели мурманские. А обычно за все лето, если увидишь там 2-3. Ну, а что, людям ехать некуда. Ну, просто вот говорить невозможно. В Египет летом не каждый поедет. Там жарища просто, блин. В Египте хорошо на Новый год. Турция, я не знаю. Мне кажется, уже там были, поперебывали и... Не зря Турчандия называют. Вот все и едут. Ладно, зайки мои, давайте. Всего вам хорошего. Не грустите, не болейте. Я сегодня даже не читала комментарии, но завтра обязательно прочитаю и поотвечаю. Просто некогда было. Вот. Давайте, зайки мои, хорошего вам вечера.
спокойной ночи. У меня даже язык не шевелится. Вот как будто вагоны разгружала. Чего делала, непонятно. Ладно, лапуськи мои. Давайте, до завтра. Всем всего-всего-всего самого хорошего. Давайте, мои золотые, до завтра. Ну и пока-пока. Ой, прям хочется все машины пустить по какой-нибудь объездной дороге, чтобы не мешали мне тут снимать. Вон какая красота там на небушке-то. Ладно, мои дорогие. Пока-пока. До завтра. Я вас целую, обнимаю. Пока, зайки.